сегодня немного слабый. Третью кружку кофе пью, я никак не могу выспаться. Никак не могу проснуться, а не выспаться. Уже заговариваюсь. Три раза поднялась. Серафиму жалко. Берем тетрадки, ручки, записываем. Поняли? Повара со стажем. Глазки закрываем. У вас будет нервный срыв. Моя личка будет опять сегодня забита. Какая я пострепушка классная. Как вы меня будете хвалить сегодня в личке? Мечта любого. Знаете, как они меня хвалят? Во. Иринка говорит, такая рукодельница. Мы, говорит, всю жизнь, говорит, стряпаем да пекем. Только вы, говорит, не знали никогда. Я говорю, прежде чем меня смотреть, в аптеку за валерьянкой надо ходить. Пока она в продаже есть. Советую, а что делать? Я же людям добра желаю. Надо быть. Скалку приготовила, что ее без скалки. Чупок. Такое вот. Пюрешечка у меня. Такая. Так. Так. Бусинка какая получилась. Видите? Аккуратненько. Вчера морозило ночью. Где-то часов около 12. Жар. Жар морозит. Пипец. Смотрела до сих пор, сейчас Серафима сидела. Включила на ноутбуке. Серафима прекрасная. Где она этому бабушке дала вареньем этого кружовника. За доктора-то заступилась. На этом фрагменте я остановилась и пошла с тряпки. Приду, перемотаю, буду обратно. А нет, он ее сына уже операцию делал. Я пошла. В реанимации она сидела сейчас. И я пошла пироги печь. Я не могу, потому что мне надо успокоиться. Потому что спокойствие должно быть. У меня нет валерьянки. Я плакаю. Вот. Вот. Я такие вот слабенькие люблю тесто. Оно пышное получается. Жареное было. Оно пышное. Воздушное получается. У меня тут много теста, еще на хлеб хватит. И еще на что-нибудь хватит.
он подогреется. Вася покормила. Он... Пить надо больше сейчас давать. Он у меня лечится. Он лекарства принимает, потому что у нас вот вся семья больная. Кто чем? Несём. Сюда приходим. Вот. На вонючем масле. На желтом. Вкусно. Кушайте на здоровье.